Привет, дружище, меня зовут Шамбо, сейчас час ночи, после тяжелого дня самое время погонять Вайзека, когда руки не слушаются, глаза слипаются, язык заплетается. Поехали. В прошлый раз, что было? В прошлый раз мы прошли новый ран, Нью-ран, за Магдалену на харде. В этот раз будем проходить челлендж Head Trauma, головная травма. А, это же опять то же самое получится. О, в прошлый раз просто за Магдалену также выпал такой артефакт, который заставляет слезы летать по орбите вокруг Айзека. Два раза одно и то же записывать, мне кажется, не вариант, поэтому давайте этот челлендж оставим на следующий раз, а в этот используем танка. Поехали. Ого, сколько здоровья. Ой, какой медленный... А, медленная Магдалена. Ну да, она сама по себе и так медленная. Ладно, идемте в кровавую комнату. Все равно здоровье просто вагон. Ну спасибо, тролль-бомба. Потеряли одно сердечко. Восстановим. Почему бы нет? Опаньки, а я камни так давлю. Это мне нравится. Это мне очень даже нравится. Блин, какой артефакт дает такой эффект? Правда, вот я по картинкам не пойму, но это просто прекрасно. Еще нашли какую-то лестницу вниз. Так, раз, два, три, шесть, девять единиц здоровья. Мы просто обречены на успех. Спускаемся вниз. Тут два артефакта, а как к вот этому попасть? Нужно стенку взорвать? Камикадзе. А вот этот как забрать? Например, если я поставлю бомбу. Ничего не случилось. Так, давайте еще посмотрим камикадзе. Как понимаю, если противник у меня будет хватит уже гудить. Если противник будет в меня врезаться, он, скорее всего, будет получать урон. Но мне кажется, этот урон будет что-то вроде взрыва. Камикадзе. А, взрыв рядом с игроком, который наносит... А. Пожирает половину сердечка и наносит 40 единиц урона всем противникам. Ну, так-то это было бы неплохо, с учетом того, что у меня просто куча сердец. И это автоматом всех уничтожает вокруг. Вот как эту печеньку взять? Так, а он активный предмет. Его как-то можно активировать? А, да, его можно активировать. Просто на спейс и без ограничений. А, не хочу я быть камикадзе, если честно. Или побыть. Давайте побудем. А, в прошлый раз было артефактное лечение. Здоровье, поэтому будем камикадзе. Я думаю, сердца будут тоже часто выпадать. Сейчас посмотрим на уровне. Если что, можно сюда же вернуться? Эй! Да, туда можно вернуться, все окей. Правда, как вот эту печеньку-то взять? Или мне нужно туда, не знаю, слетать? Ладно. Будем пока камикадзе. Хотя не хочется так тратить сердечки. Так, здесь злые костры. Очень-очень злые костры. Опаньки, сразу же сердечко. Ну то есть... Так, а это что было? Красное меня полетело. То есть если вот так будут сердца выпадать, то можно не волноваться. А, ключа нету. Так, это дурачки. Кроме того, на мне сейчас одета маска. Я помню, что она дает тот эффект, что может отразить слезу. Так, Маджикан. А, что это? Плюс 25 монет. Просто так 25 монет. Вот это классные здесь кирпичи. Все. Как же медленно перемещаемся. А мне нужны ключи. Тем не менее. Я сейчас, конечно, могу зайти в комнату. А тут комнаты с артефактами не будет.
Ключ я возьму. А рюкзак? Он мне что даст? Рюкзак тоже можно купить. Экстрактивная инвентарная комната, что? Item room. А за счет какого ключа я сюда зашел? У меня ж ключа... У меня был ключ, я его так слил. Нет, книга дьявола... А, у меня два активных, может быть, артефакта. А как их менять? Погодите-ка, а как мне эти артефакты-то менять? На какую кнопку? Ку? Нет. А, я замечательно себя подорвал. R, T, Y. Так, P это меню. A, S. Во весь экран. Это отключить звук. Кнопки мыши. Черт, я не то запустил. Мурвинд хочет запускаться, уйди. Так. Как это сделать? Tab, Shift, Ctrl, твою ж, налево. Так, а с другой стороны? Это, конечно, было полезно. Я думаю, может какой-нибудь другой артефакт, не этот взрывной взять. А лечение хотя... Вот хилка, мне кажется, полезнее будет, чем урон по себе. Мы же все-таки стараемся урон не получать. Ладно, забираю хилку. Камикадзе не будем. И так уже здоровье потеряли вагон, просто из-за глупости. Из-за глупости потеряли ключи, поэтому артефакт получить вряд ли удастся. Хотя, с другой стороны, кроме этого, два подобрали. Итак, Йорлингс. Так, переключить на артефакт. На Ctrl. На правый Ctrl. Почему на правый? Мне удобнее... Точнее, на левый. Мне удобнее на правый. Ну, спасибо. А это кровь. И рубашка для кучи синих сердец. Ты чувствуешь кози. Неплохо. Будем без камикадзе играть. Отлично. Здесь всего лишь 6 уровней. Это значит быстро пройдем. Хотя Магдалена еле-еле перемещается. Аккуратно бежим. Безумные мухи летают непонятно как. Мне так нравится давить эти камни. Камень с бомбой я, естественно, давить не буду, иначе взорвусь. Просто превосходно. Дайте мне артефакт или хотя бы там спуск вниз. Но мне что-то нужно на скорость, потому что это очень-очень медленно. Мне еще нужен ключ, мне нужна бомба. У меня ничего нет. А вот это хорошо. Тебе нужен ключ, игра дает золотой ключ. Что мелочиться? Ну да. Тут-то не успеешь увернуться.
О, да, дают мне много кирпичей. Ты какого тут лазишь, красный? Отлично. Опять давим камни. Да почему ничего не... Опаньки, хорош. Спуск вниз. Как вот это во вторую комнату-то попасть? А, hold me. Подожди меня. Можно осмотреть всю карту. Ну, давайте осмотрим. Опаньки, вот здесь секреточка. А бомб, собственно, нету. Вот это плохо, что ни бомб, ни ключей нету. Хотя получили золотой же ключ. А я бы бомбу купил. Дайте бомбу. Не дают. Идемте дальше. Так, парни, которые прыгают. Какие же они все-таки неудобны своими прыжками. Аккуратно. Ключик это хорошо, но мне сейчас бомба нужна. Возможно, я не получу бомбы на этом уровне. Аккуратно. Мухи. Задело все же. Да как ты-то хоть меня задел? Shot speed down. Я теперь не только медленно передвигаюсь, но и медленно плакаю. Я не заметил. Я просто по инерции шел вперед. Ну что ж, практически все синие сердца были протеряны. Сейчас потеряем еще одно, зайдя в красную комнату, кровавую. Ну как же медленно. Я дверь еще пропускаю. Ай. Ты что такое? Я заходил сюда в надежде на бомбочку. В итоге теряю сердца. Вот как вот эту хрень открыть? Идемте до босса. У меня есть еще подозрение, что вот эту вот комнату можно открыть. После поединка с боссом, по-моему, я когда-то ее открывал. Либо я ее открывал, когда у меня оставалось чуть ли не последнее сердечко. Я не понимаю, что там изображено. Там вроде какой-то меч нарисован. И с кровью. Поехали. Дангли. Так, ты у меня не едь, а остальное все было в порядке. Можешь стрелять сколько угодно в лицо, а я могу принимать урон. Как? В смысле? Это же в лицо летело. Все, комнаты дьявола не будет.
В лицо же летело, в чем проблема? Я не понимаю, как маска пропускает. Или там только шанс не получить урон? Мне раньше казалось, что абсолютно всегда ты не получаешь урон. Так, что это? Регенерация и больше здоровья. Ну куда мне еще больше здоровья? Теперь давайте проверим, не открывается ли та комната после босса. Если она не открывается, ну ничего не поделать. Значит, она на последнем издыхании открывается. Я помню, как-то я то ли однажды, то ли раза два заходил в эту комнату с мечом. Нет, значит, она на последнем издыхании, то есть как остается либо последнее сердечко, либо половинка. Я думал, мало ли после босса. Теперь очень-очень медленно идем. Хочу какой-нибудь грибок на скорость. Ай, монетки! Как я не заметил это раньше? Катакомбы. Ну что ж, идем сразу сюда, потом здоровье восстановим. Тем более регенерация и так работает автоматически. А, сердечко, я ж тебя возьму, я ж тебя потеряю. Ну, частично потеряю. Ну, теперь вот точно потеряю. А, с моим уроном сейчас только этих гоблинов бить. А как вот мне их побить, действительно? Я ж не успеваю их уничтожить. Одного успел. Это было сложно. Меняем артефакт. Дим сердечко. Меняем артефакт обратно. Еще какие-то хреновины летают. Так они, наверное, распадутся на мелкие. Да, и станут быстрее. И распались в итоге на пауков вообще. Естественно, урон. Естественно, урон опять. Так, мне нужна моя регенерация. Где ты? Или она за определенное количество комнат просто дается, а не за время? О, ну да. Когда думал, что может быть хуже, появляются парни, которые просто прячутся. Отлично. Теперь этого. Ну давай, открывайся. Еще слезинку в тебе. Давай, открывайся снова. Идем в магазин сейчас бесполезно, в принципе-то, идти. У меня недостаточно денег. Ну, как же без урона. А сейчас может быть смерть. Может быть смерть, но едим сердечко. Перезаряжаемся, едим опять сердечко.
и живем себе спокойной жизнью. Ты почему ты... Я не понимаю, то в маску урон проходит, то не проходит. Может, там кулдаун есть какой-то. Но здоровья стало очень мало. Так, ну эти парни хотя бы рады. Правда, пауков они очень много нагоняют. Вот спиддаун мне не надо. Регенерация. Здоровье давай. Так, белое сердце я возьму только после босса. Если я переживу встречу с боссом. Мне кажется, такого не случится. Практически в угол загнали. Ну вот и все. Ты взорвись хоть какая-нибудь. Где моя регенерация? Ух, опасно. Какая же ты здоровая малиновая муха. Одно сердечко. Два. Ну, только не хватало паука, который быстрее меня бегает. И прыгающих еще дурачков вокруг. Один готов. Второй готов. Так, еще раз. Идем в магазин. Как раньше было хорошо, столько здоровья было. Я даже не знаю, может, в магазине что-нибудь на здоровье купить. А, часы песочные. Синие. Спасибо за сердечко. Так, вот эту штуку я взрываю. Хэтов. А что с моими слезами стало? Так, надо это проверить. Хэтов, тирс, там и что-то я не успел прочитать. Хэт. Хэтов кипер. Слезы Исаака становятся монетками, и шанс выбить монеты, когда удачно попадаешь в соперника. Там еще какой-то голд чеспул, не понимаю что. Но по крайней мере мы теперь плачем монетами, и если попадаем по противнику, можно из него выбить деньги. А что выбрать? Пока я ничего не выбираю, я иду в нижнюю комнату. Надеюсь, там не теряю здоровье. Открываю еще какую-нибудь комнату, потом за счет предмета восстанавливаю ячейку здоровья, и все должно быть прекрасно. Да, конечно, я не потеряю здоровье. Какие-то психи бегают. Так, монетка уже, это хорошо. Спасибо, здоровье потеряно.
Еще одно здоровье потеряно. Я использую артефакт, потому что иначе уже нельзя, мне кажется. Так, один повержен. Это было близко. Второй повержен. Отлично. За счет монеток сейчас можно купить еще себе ячейку здоровья. Батарейка, я перезаряжу книжку позже. Идемте сюда. А, черви. Один готов. Отлично, регенерация. Ох, это было опасно сейчас. Ты как хоть в лицо все летело? Ладно, то, что отрегенерировали, потеряли. Монетку выбили еще, хорошо. Помри, ты уже червяк. Какой он живучий. Не, он невероятно живучий. Может, его с лизами в принципе-то не убить? Я по нему уже сколько раз попал. Неужели? Как хорошо здоровье восстановилось. Отлично. Я перезарядил то, что нужно. Сюда попасть не удастся. Меняем артефакт. Едим еще одно сердечко, уже 6. И за деньги там купим и сердечко, и предмет. Ну просто здорово. И можно попробовать сейчас найти секретную комнату. Мне кажется, она вот тут может быть. Увы. Так, во-первых, сердечко. Во-вторых, а что вот эта штука дает? Еще раз. А, Гловинг возвращает назад время. Гловинг что-то там. Сейчас переведу. Когда ты используешь этот предмет... И ты можешь вернуться в предыдущую комнату. Все, нет. А если вернуться в предыдущую комнату, не надо. Я однажды так играл. Мне это не нужно. Нет, извини. Предмет. А можно еще карту купить. Давайте купим. Так, она дает, по-моему... Да, две монетки. Ну что, идем на разборку к боссу. Пока все хорошо, здоровье практически все восстановлено. Книга Белиара заряжена. Проблем пока не вижу. Так, поехали. Против Полисерафуса. Ух ты, как ты... Откуда эта муха? А, вот эту штуку нужно в первую очередь уничтожить. Иначе она тут мне... Создаст миллиард этих мух. Все. А ничего, что ты мне червяка сейчас призываешь. Победа. Бустер пак. Карта дурака. Карта Джокера. Два диамонда. Еще две монетки. Император.
Маджикан, император, он что сейчас делает? Меня телепортировало в комнату с боссом. Дурак телепортирует меня вроде в начало. Джокер. Джокер. Так, а вот эта вот карта, по-моему... Какая карта? Вот этот артефакт заставляет умерших воскреснуть в виде каких-то духов. Свитч Сафри. Маджикана я оставлю. Дурак, сейчас проверим. Он в начальную комнату. Да, в начальную комнату. Просто нужно было проверить эффект. Я примерно помнил, что он делал. Но точно в этом не был уверен. Так что не страшно. Пройдемся немного по локации. Еще за это время, скорее всего, восстановим половинку сердечек. Забираем карту Магикана и идем дальше. Ну за что? За что мне это? Я не увернусь, да. Ну, хотя бы сердечко обратно вернулось. Мне совсем что-то не нравятся мои противники. Они очень неудобны для их убийства. Да что ж вы делаете? Я не понимаю, как их убивать. У меня урон, конечно, детский. Кстати, почему Сафринг не делает мне этих духов? Или это не он делал дух? Надо было все же посмотреть, что этот предмет дает. Ох уж эти прыгуны. Я ничего здесь сломать не могу. Очень медленно идемте дальше. Но с учетом того, что челлендж танк, мы принимаем на себя урон, вполне это оправдано. Не в таких глупых ситуациях. Очень-очень глупо. Невероятно глупо. Так, а что я остановился? Почему у меня такой маленький урон? Ну, точнее, мне кажется, с уроном в 3,5 я гораздо быстрее всех побеждал. Мне кажется, у меня урон не 3,5, как это отображается, а где-то 6 монеток для артефакта и покупки в комнате. Не хватает всего лишь 2 монетки.
поисках монеток отправляемся назад. Зукворм. Так, теперь я уж точно попадать не буду. Мои слезы монетки летят хрен пойми как. Это было ожидаемо. Это было ожидаемо, дубль 2. Отлично, идемте в магазин. Я хочу что-нибудь на скорость, но это отвратительно так медленно, очень просто невероятно медленно передвигаться. И тем временем остался всего лишь один ключ. Батарейка, она нужна ли мне? Взорвем паренька. Вылезли пауки. Иди сюда. Ладно, покупаем батарейку. Восстанавливает энергию. Хорошо. И как она восстанавливает энергию? Со временем или... Я не знаю. Посмотрим сейчас. У перезаряженного сердечка, точнее не перезаряженного, требуется два пункта. Проходим комнату. Ничего не добавил. Сейчас убьем противника. Ничего не добавилось. А за счет чего он перезаряжается? А, экстра перезарядка, то есть... Можно копить заряды, хорошо. Ой, бошки эти. Золотой ключ хорошо, но я бы обрадовался и простому. Так, и давайте вот здесь взорвем местечко, может секретка будет. Увы. Нет, я не пойду туда получить урон. Увидеть весь мир. Давайте увидим. Понято, где секретка. Возвращаем Маджикана. Давим грибы. В надежде, что они не ядовитые. Таблеточка. Количество слез возросло. Это хорошо. Идемте к секретке сначала, потом в остальные комнаты. А бомб у меня тоже мало становится. Смотрим. Тролль бомбы. И остается последняя бомба. Я надеюсь, что я тут получу тоже бомбы. Я получаю себе проблемы. Отвратительный секрет. И бомб теперь нет. Может, как-нибудь в других комнатах удастся их получить. Давайте пойдем сразу в кровавую. Так, а вот здесь вот есть артефакт.
А, нет, его можно и так взять. Рунный шард. И что ты делаешь, рунный шард? Давайте используем. Он дал половинку синего сердца. Потеряно. Ой, радостные парни тут летают, которые плодят миллиарды мух. Мне их первым делом нужно уничтожить. А все здоровье будет потеряно. Установили. Но здесь невозможно уворачиваться с такой скоростью. И с такими сильными слезами. Так, 5 сердец на босса. Надеюсь, хватит. Уже 40 минут прошло. Сейчас только третье помещение, третий уровень. А все из-за того, что скорость 0.25. Но за счет этого можно на регенерации неплохо отыгрываться. Так, поехали. Бомбину. Здорово, бомбина. А как ты бомбишь? Ну, я тоже умею ломать скалы. А вот ты как. Маджикан. Пожалуйста, скорость. Урон и дальность. Ну, урон хотя бы радует. А, сердечко, сердечко. Сердечко. И я вот, пожалуй, схожу за бомбой. За бомбой и ключом в предыдущую комнату. Да, получили урон, но что ж поделать. Не так страшно. Здоровья достаточно. Пятый уровень. Ой, вот это вот беда. А вот это вот беда, потому что этих парней с моей скоростью невозможно обойти. Зато из них можно выбивать, наверное... В смысле, я же ему в лицо кидал монеты. И вот... А это как? Из-за того, что мои монеты летят по кривой траектории, я могу в лицо им урон наносить. Так, смотрим за тенью. Вот она. Черное сердце, хорош. Значит, в кровавую комнату пока не пойдем.
Зато на них можно очень много монеток фармить, если не болтать. Стреляем в лицо. Ты чего такие живучие? Я ж по вам вроде попадал. А как он погиб там вдалеке? Ну, наконец-то. Вот поэтому я не ломал эти черепа. Давай, откройся. Отлично. Ничего, только другой враг появился. А, не кидайся так головой. Ты еще бегать умеешь? Черное сердце потеряно. Откройся. Ай, ты засранный сундук. Он зубы показал, у него же раньше зубов не было. Я против того, что они превращаются в тех, кто кидается костяшками. Кидаются очень быстрыми костяшками, за которыми я просто не могу следить. А, Пури что-то там. Это что со мной стало? Я не понял. Ну ладно. О, ну замечательно. Вторую кучу потеряем. Герцог Мух, здравствуйте. А вы что тут забыли? Кстати, на нем тоже может, наверное, очень много монеток фармить, если ранить не его, а только мух. Вообще без проблем. Как будто камни могут быть преградой. Так, эти штуки очень быстрые. Здоровье пока не стоит восстанавливать, так как сейчас к боссу еще не пойдем. А, карта Луны, что она дает? Она отправляет секрет. Спасибо, карта Луны.
О, какой-то странный ключ. Ты чувствуешь удачу? Нет. Это ржавый ключ. Знаю за счет игры Rusty Lake. Очень классный квест. Так, Rusted... Что он дает? Повышенный шанс найти ключи в сундуке. Я не страдаю от проблемы в количестве ключей. Мне наоборот нужны бомбы. Жадность, у меня и так монеты полно, зачем ты мне? Я бы артефакт лучше получил. Нужно съесть здоровье. Я как понял, дальше двух зарядов полных не идет счетчик. Так, ну давайте я тебя взорву, паренек. Еще две монетки. Не тот обмен, который я хотел. Шел из-за бомбочки. Ладно, потеряли здоровье, не страшно. Сэкономили пару секунд. Спасибо за бомбу, игра. Так вот, от них будет очень сложно убежать, если они за мной погонятся. Ну, собственно, что я и говорил. Если я взорву, я получу монетки. Они мне сейчас не нужны. А, это что такое? Сердца, которые стреляют слезами? Так, может, ты откроешься? Превосходная комната для хила. Ну и последнее. Высший жрец или жрица? Это меня куда отправит? Мне кажется, к боссу, наверное. Сейчас вот этих одолеем.
Урон сейчас получать совершенно не страшно. Рядом есть комната с миллиардом сердечек. Ничего не оказалось. Ну что? Сейчас нужно восстановить... Точнее, не восстановить, а зайти в кровавую комнату, потом сюда вернуться, восстановить здоровье и использовать эту карту, куда она занесет. Ага. Святые огни. Я не буду тратить две бомбы на то, чтобы их все затушить и получить ничего из этого сундука или какого-нибудь противника. А, понятно, что эта штука делает. Я думал, это будет что-то вроде телепортации, но нет. Призывает просто ногу. Медленно, как улитка, ползем. Это ж надо такому же случиться, что ни один артефакт на скорость не выпал. Монстр 2. Хорошо, Монстр 2. Давай с тобой поиграем. А что ты столько противников призываешь? Я вот один против тебя сражаюсь. Это ж нечестно. Тем более я гораздо меньше тебя. Я сейчас в любом случае миллион урона получу. А если дважды использовать... Да, дважды можно использовать книгу дьявола. Урон еще возрастает. И надо повнимательнее следить. Все-таки здоровье не безограничено. Да, внимательно. Победа. И степлер. Урон еще возрос. Идемте вниз. Финальная комната, наконец-то. .645 нормальный урон. О, эти нудные парни. Так, остался только зеленый, самый нудный парень. Амнезия. Карта забыта. А сколько вас здесь? Не многовато ли? Иди-ка ты сюда тоже на костер.
Замечательно. Ну давай я сейчас просто умру. Почему бы нет? Ну неужели? Восстанавливаем здоровье. Так, и куда мне идти? Дьявольская карта под босса. Идемте дальше. Здесь тупик. Внизу есть дверка. В этой дверке есть куча летучих мышь. Просто миллиард. Они окружили. Ничего не поделаешь с этим. Вот эти жирные летучие мыши, они безопаснее обычно. Да, безопаснее, тут же теряю здоровье на них. Это и жирные мыши. Так, здесь где есть двери? Внизу нету. Сбоку нету. А тут я был. Так, как раз отсюда и пришел. Ну, держи монетку. Что ты вообще можешь дать? У меня монеток полно, парень. Тебе сколько надо? Ты даешь мне карту? А, карта луны. Ой, теперь я за картой дьявола, скорее всего, не вернусь. А можешь ты мне дать карту, которая открывает весь мир? Это хорошо было. Ладно. А, великая жадность, ты мне вообще не в тему, абсолютно. А он еще кого-то призвать может? Книга Белиара. Я выбираю тебя. Интересно, как бы великая жадность отреагировала на то, что я атакую его монеткой. Он, по идее, и должен их собирать, а не разбрасывать. Скидка. Карта Джокера. Она к боссу отправит. Но сейчас к боссу я не хочу. Где я появился? Вопрос на миллион. Ох уж эта комната жертвоприношения. Ради ключа сюда заходить. Ладно. Едим сердечко. А я здесь был. А тут я не был. Thank you.
Мне бы сейчас артефакт помог бы, который увеличивает урон в зависимости от количества денег. Бери монетки, у меня их много, я не жадный. Нет, ключ мне не нужен. Мне нужна карта, открывающая весь мир. Парень, ты сам себя убил. Так, идемте вниз. Ох, это надолго. Иерофант. Почему бы нет? Ну откройся. Говорю, откройся. А, он дал какой-то щит. Причем временно. Ладно. Бессмертный дружок. А ты что-нибудь делаешь, или ты просто как защита летаешь? Опаньки, карта. Старс. И зач... А я не помню, как я отсюда выбирался. По-моему, я пошел вниз. Так, сейчас давайте проверим, что дает Immortal Friend. Хотя можно будет проверить его в комнате. В следующей, в которой будут соперники. Immortal... Не знаю, как он правильно пишется, либо он был добавлен только в Repentance. Предметы из этого дополнения еще не отображаются у меня в списке. Так, здесь заперто, здесь есть монетка. Здесь есть еще комната. В общем, мне нравится все это ломать. Откройся. Всего-то. Как-то слабо. Я хочу магазин получить и все деньги просто закинуть в этот магазин сразу. Так, а внизу там мы были, да? А здесь, в общем, все обследовали. Теперь, если идти в бок. Да, он со мной просто летает, получается. Он ничего не делает, просто защищает. А где, собственно, та штука, которая банком зовется? Ловец снов. И что ты делаешь, Dreamcatcher? Также, видимо, это новый предмет, потому что раньше его не было. Ну, давайте все взорвем, сломаем.
Бежим от пауков. Так, здесь я был. Да, я тут был, а на севере. И на... Значит, я в этом направлении уже ходил. Хорошо, сюда. Стоп, я тут тоже был. А если еще дальше? Вот дальше не было. Влево я был, значит, идем вправо. Ой, нет, только не эти штуки. Отлично, карта мира. А карта мира не перекрывает амнезию. Почему так? То есть этот эффект я получил после того, как у меня была амнезия. То есть я как бы должен все теперь наоборот. Не то что вспомнить, а просто увидеть. Но нет. Так, здесь никуда не пройти. Идемте дальше. А вот и босс. Ну, собственно, сейчас этого гоблина победим и идем к боссу. Высшая жрица. Нет, спасибо, такого добра мне не надо. Итак, Джокер. О, да! Урон. За счет монеток. Я про это как раз и говорил. А что вот эта штука делает, я не знаю. Но мне кажется, мне хватит вполне сердец. Поэтому давайте эту штуку возьмем. Больше урона и какой-то пугающий выстрел. Ну что, пошли. Идемте к боссу. 9 сердец вполне достаточно, еще 2 можно восстановить. Итак, бафаемся. 2 раза. Я не замечаю этой тени с ногой. Так, все, нужно переключить артефакт. Берем сердечко, раз. Я не замечаю этой тени. Я ничего не замечаю, я уже сплю. Это было просто весьма ужасно. Это ужасная была победа над боссом, но тем не менее, это же победа. Открыли какую-то руну и все. Ну, в общем, вот какой-то такой челлендж, он пройден. В следующий раз будем пробовать Ньюран на гриде. Я не знаю, что это такое, в этот режим я никогда, в принципе, и не играл. Поэтому на сегодня все. Итак, спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал.
Всем спасибо, всем пока.